פארקר, פרק כ"ה, 25. אנחנו נקרא מפסוק 10. סבת ספיית הגלויס, 10 שיחה. אנחנו נקרא מפסוק 10 עד פסוק 18. מוגבל נשאלה 10 שיחה, דו 18. Господь сказал Моисею: «Пинха, сын Елеазара, сын священника Аарона, отвел мой гнев от сынов Израиля. Он отомстил за оскорбление мне нанесенное, и я не уничтожил сынов Израиля в ярости своей. Объяви, я заключаю с Пинхасом договор, несущий ему благоденствие, и по этому договору он и его потомки навеки получают священническое звание. Ибо Пинхас отомстил за оскорбление, нанесенное Богу его, и искупил вину сынов Израиля». Израильтянина, убитого вместе с мидьянитянкой, звали Зимри, сын Саулы. Он был главой одного из родов племени Симеона. А убитую мидьянитянку звали Косби, дочь Цура. Цур был предводителем одного из мидьянских родов. Господь сказал Моисею: «Будьте врагами мидьянитян, истребляйте их, ведь и они поступают с вами как враги. Они вам построили и беорскую ловушку, и ловушку с Косби, дочерью мидьянского вождя, их соплеменницей, убитой во время Беорского мора». Я немножко объясню, напомню вам историю, связанную с Пинхасом. Парашат Шаву, а потом это нас говорим, что это магифа, вербе наши мету. С прежней Парашат Шаву мы видим, что было поражение, и очень много людей погибло. И даже мы видели, что хово для Иллирим Шарагуи. Потому что они начали поклоняться идолам языческим. В итоге, когда еще это магифа, вербе наши мету. И во время этого поражения, когда люди умирали, Баба Хурбышен Зимри, пришел парень по имени Зимри, и он взял одну девушку, зашел в свой шатер, чтобы согрешить. Пинхас Райце, Лакахата Ромах, Бедакарочная. И Пинхас все это видел, как и многие другие люди. Он взял копье, зашел и убил обоих. Пиназутла Дунай и Зодча Срайта Магифа. И вот эта зависть Пинхаса по Богу, это было то, что остановило поражение израильтян. Мы знаем, что в это время народ израильский находится посередине своего пути. Есть определенный процесс. И сам Бог проводит этот процесс. Он показывает людям, что он близко находится с ними, рядом. И также он проводит их, чтобы приготовить к обетованной земле. Он должен приготовить народ, потому что они должны захватывать обещанную землю и часто силой. И что мы сейчас делаем? Мы просто проведем параллель между Пинхасом и Зимри, вот этим парнем. לפעמים כשאנחנו קוראים בכתובים, אנחנו קוראים מעל, אנחנו לא נכנסים עמוק בחיים שלנו. Часто, когда мы читаем Писание, мы просто читаем как историю и не входим глубоко. אבל הכותב מצא פה לנכון לכתוב גם את השמות, גם השמות של המשפחה שלהם, גם מאיזה דור הם באו, מאיזה שבט. Но тот, кто написал эту книгу, он специально вошел в подробности, написал имена и откуда они, и кто они, и прочее, прочее. אנחנו רואים שני אנשים נמצאים באותו זמן, באותו מקום. Мы видим двух людей одновременно в одном месте. רואים את אותם הניסים. И они видели те же самые чудеса, которые Бог проявил. אבל מתנהגים שונה לגמרי. Но абсолютно по-разному реагируют и ведут себя. והשאלה היא למה? И вопрос, а почему? אז אנחנו רואים שפינחס מביא ברכה גדולה לעם שלו. Мы видим, что один из них, Пинхас, принес великое благословение своему народу. У него также была вера в Бога. У меня нет сомнений, что у него была и надежда. И он искал милости Божией даже тогда, когда было тяжело и трудно в пустыне, потому что в пустыне реально трудно. Он принимал правильные решения в то же самое время и среди всех этих событий. И мы видим, что у его решений были последствия. Мы читаем, что Бог благословил его.
Берех это дорот шахара. Благословил все его поколения, которые после него. Этим ахрата шло берха, это родим шло в это, баним шло в это, кора дорот шахара. В принципе, то его решение, которое он принял, и то, что он сделал, благословило все его поколения. Нахкун лавит шахрата шану машпиот лора калену. Из этого мы можем понять, что наши решения, они влияют не только на нас. Но и на тех, кто вокруг нас находится, и они могут принести нам либо благословение, либо проклятие. Если мы смотрим на жизнь Зимри, другого человека, он делал все наоборот. А свива и та вот освива. Но окружение и влияние было то же самое. Два эти человека жили в то же самое время, в том же самом месте, получали одинаковое влияние и окружение. Зимри Михайло и Винма Горами Свива. Но Зимри вообще даже не понимал, что происходит вокруг него. Но это ли эмуна, наоборот, что раэт, элоим, заз, бихерго. Не было у него веры, несмотря на то, что он видел, как Бог двигался. Но он так, да, был своего рода формальным верующим, потому что он был частью народа Израиля. Потому что действительно трудно не верить в Бога, если ты видишь, как Он действует вокруг тебя. Но когда приходили трудности в пустыне, он находил себе объяснение и утешение в других вещах. Он нашел себе утешение вот в этой женщине, которую взял от язычников. И, возможно, он также участвовал с ней в языческих идолопоклонствах. И он принял решение неправильное в то же самое время. И точно так же, как у Пинхаса, неправильное решение Зимри повлияло не только на него, но и на все его поколения. Можно было бы просто не упоминать, что, кто он, просто этот человек сделал ошибку, и вот было так, так и так. Но здесь написано, обратите внимание, их имена, откуда они и кто они, все в подробностях. Даже написано их статус. Они принесли проклятие и стыд для всех, кто были вокруг них. Амон шаним ахарезе, корим та дворим эле, ва мавиним, кама бушаем и бью на мишпаха шенем. Сейчас, спустя столько много поколений после них, мы читаем этот рассказ и понимаем, насколько было стыдно и насколько позор принесли они в свое окружение и в свои семьи. Тогда мы видим мавы до рацма. Также они, это привело к смерти их. И зимру тебе на фронтовом напомнил. Только из одного, потому что Зимри принял неправильное решение. נכון שכל עם ישראל עבר דרך מסע ותאריך מסוים. Действительно, что весь народ израильский прошел определенный путь и определенный опыт получил. זה כמו מסע של קהילה, הם היו קהילה, קהילת ישראל. Это точно так же, как путь, который проходит община Израиля. אבל זה גם היה מסע אישי לכל אחד מהם. Но это также был определенный путь каждого лично из них. הם היו צריכים להיבנות, הם היו צריכים לנצל את הזמן הזה במדבר בשביל להיות מוכנים פיזית ומוכנים. Каждый лично подготовится и физически, и внутренне для того, чтобы войти в обетованную землю. Мы также знаем, что большинство общества относилось неправильно. Даже из этой истории, когда послали 12 разведчиков, только двое из них правильно посмотрели на ситуацию, а остальные испугались. Эти 12 были не простые люди, это были избранные, это были главы родов, которые вели за собой других. Он берет Моше, Пинхас, Иошуа, Бенун, Эппецем, Саху, Негет, Азерам, Бедоха, Кейлашина. И получается, что Моше, Пинхас, Иисус Навин, они вынуждены были идти против течения в
среди народа израильского. Нашим обладатим эле вил Йошуа гдола лаам шлем, мавсику махалот, мавсику эрек, вил браха ла мишпахот шлем. Но эти отдельные люди принесли огромное благословение своему народу. Они остановили поражение, остановили болезни и гибель. המסע הזה גם היה מסע גלובלי, כל התנועה של עם ישראל השפיעה על העמים ליד. И вот этот путь, который прошел Израиль, это также имело глобальное значение, потому что проходя, народ израильский влиял на все эти народы, рядом с которыми проходил. אנחנו יודעים שאלוהים ברא את העולם. Мы знаем, что когда Бог создавал этот мир, ברא את החיות, ברא את האנשים, את העצים, Он создал животных, людей, создал деревья. אבל הוא ברא עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. Но он создал еще две очень важные вещи. Когда он сотворил дерево знания, это в принципе было творение свободного решения. Свободное решение, это в принципе было создано, это не существовало до того. Вторая вещь, которую он сотворил, это само время, понятие времени, потому что до этого момента оно не существовало. Это не существовало вообще такого понятия, как время. Это только то, что мы, люди, можем понимать и подразумевать. Он дал людям природу, деревья, животных, сказал, возьмите и употребляйте, используйте это. Возьмите и развивайте это. Он сказал также, вот возьмите вашу свободную волю, свободное решение. Потому что вы не роботы, и я не заставляю силой делать вас что-то против вашего желания. Но также я очень рекомендую вам принимать правильные решения. Потому что все очень просто, если вы принимаете правильное решение, это принесет вам в вашу жизнь благословение. Принимаете неправильное решение, это принесет проклятие. И лично, что Бог дал людям, это время. Каждый день время заканчивается у нас перед тем, как мы идем спать. И наше общее время кончается, когда мы приходим к смерти. И Бог дал людям это время и сказал, возьмите вот это время вам отмеренное и используйте его на благо. Возьмите ваше время и ваше свободное решение, право свободного решения, чтобы употребить для пользы вашей. И из примера этих двух людей мы видим, кто правильно использовал свое свободное решение в то время, которое ему было определено. И кто нет. И кто не использовал. Не только он выбросил все свое время, ему отмеренное в мусор, но он использовал это время, чтобы принимать неправильное решение. Зимри пошел и служил идолам и привел к проклятию. В то же самое время Пинхас решил, нет, я буду идти за Богом, и не важно, что будет. У меня есть 24 часа в сутки, и я постараюсь использовать их максимально хорошим образом. И все это влияет. Каждое решение, которое мы принимаем, влияет на нас. Из того, что мы читали, мы видим, что это влияет на нас лично. Это влияет на наши семьи, наши решения. Это влияет на общину нашу, куда мы приходим. Если мы считаем себя частью тела Мессии, это также влияет в глобальном смысле. Если я решаю, что я хочу повлиять глобально, то я должен мыслить глобально и принимать соответственные решения. Мы прочитаем один стих из книги пророка Иезекииля, 14 главы, посук 5.
пятый стих. Книга пророка Иезекииля, 14 глава, 5 стих. «Я разоблачу тайные помыслы народа Израилева, который из-за идола своих весь стал мне чужим». Как следствие того, что люди начали поклоняться идолам, израильтяне начали поклоняться идолам, они автоматически отдалились от Бога. Человек принимает решение, я иду поклоняться идолам. Это не просто так, он принимает такое решение. Он берет свое время и отдает его служению идолам, потому что для любого служения нужно время. Он берет то время, которое Бог создал для него и использует его на зло. Он берет свои источники, свои возможности, свои деньги. Он берет свое здоровье, чтобы служить. Время и решение идет служить идолам. Это та вещь, которая автоматически отдаляет его от Бога. Можно сделать то же самое, но правильным образом. Можно взять наше здоровье, наши деньги, это наша бим, это мишпаха, все наши источники и позиции нашу семью. Вот помню, усыпляется эта храта, это храта нахуна, это зман. Снова мы принимаем решение, берем наше время. Мы ухим лишь доходину. И идем служить Богу. На фухом ли кро, и шпуховные лили, мы нашим иштахаву лейцы. Мы читаем здесь, что были разные идолы, и люди даже деревьям поклонялись. Но можно сказать, что нам это не актуально. Но если посмотрите на то, как ваша неделя заканчивалась, чем вы наполняли свое время, когда вы не отдыхали, не спали? Возможно, мы не называем это современные идолы, но посмотрите внимательно, может какие-то вещи действительно окажутся такими. Иногда мы слишком много времени используем для того, чтобы в всяких разных коробках, которые показывают нам разные картинки. Или же разговариваем, сплетничаем о других людях. Или же наоборот, каждый день мы бегаем за нашими детьми. Каждая вещь, которая крадет у нас время и отдаляет от Бога, это идол своего рода. И каждое утро мы принимаем решение, за кем я следую, что я делаю. Пинхас и Зимри говорим нам бедю, это ахлата, вама туцашина. И Пинхас и Зимри показывают нам действительно весь процесс решения и последствия. И мы живем во время Святого Духа, и мы знаем, что Бог ожидает от нас. И если мы что-то делаем неправильно, Дух Святой внутри нас говорит нам, ты сделал это неправильно. В принципе, у нас есть все окружение и все возможности, чтобы преуспеть в хорошей жизни в Боге. Принимать правильные решения каждодневно. Влиять на нашу личную жизнь. На мою семью. На общину. И даже глобально на весь мир. За нашим мецупе. Это то, что ожидается от нас. Напомни сами мне посук мне Сефер Лукас. И мы закончим с одним стихом из книги Евангелия от Луки. Перекахадзе посук из Луки Шалош. 11 глава, 26 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 23 стих. «К
Кто не со мной, тот против меня, кто не собирает со мной, тот расточает. Замар Ишуа. Это то, что Ишуа сказал. Хашура Вейта Пасука. Очень важно понимать этот стих. Ишуа говорит, они мамит, что Ишуа Машиах на Машаты, Фалиду Рабанан. Можно сказать, я верю, что Ишуа, он Мессия, я спасен, Финита ля комедия. Больше ничего не нужно. Ишуа, Ишуа без срока. Можно, можно так поступать. Лехоли. Может быть. Ишуа умер, им это лопу зэбли ля вод. Но Ишуа сказал, если ты не помогаешь мне в моем труде, это мафрия. Ты мешаешь. Ты не говорит, а ты что сам масса, это мафрия. Ты не можешь быть просто в стороне нейтральным, ты просто мешаешь. Если у нас в лодке 12 человек, которые должны гребти, и четверо не гребут, просто сидят, они мешают, они противодействуют. И это противодействие, они мешают тем людям, которые вокруг них. Они делают вред себе лично, своим семьям, всем, кто окружает их. וגם משפיעים באופן גלובלי, כי הם חוסר בכוח האדם של אלוהים. И также они влияют глобально, потому что они являются тем, чего не хватает в работе Божьей. אמרתי גם את זה בעבר, בסיים זאת, בתפילה של מאמין כתוב שיש המון כוח. Я говорил это в прошлый раз, и снова хочу сказать, у молитвы верующего есть много сил. ולחוסר תפילה של מאמין יש המון כוח. И у недостатка, у отсутствия молитвы верующего также есть много силы. А вот такое хвалое. Но эта сила переходит к врагу. А вот сила винта творения. Мы должны понять эти вещи. Лакаста Дугмаша Пинхас и Зимры. Взять эти примеры Пинхаса и Зимры. Короче, охватывать на сколько кабель охватывать на фонот, без манши и любви к цивлям. И понять, что мы должны принимать правильное решение в то время, которое нам определено. Голови Ашпаа Тубара Мишпахашини. И производить правильное влияние на семью мою, для гдела рухлиты и шичили, на мой личный духовный рост, на кто бяхта макиила шни улекба, ши гарели за Швейцион, быть вместе в общине, куда я прихожу, что называется Швейцион, и кенли рот эхани машпе глобально. И да, наблюдать, как я могу повлиять глобально. Аминь. Женя, отлично, сказал очень-очень хорошие слова. И поражает меня одна вещь. Мы сейчас находимся у Параша Шавуа Пинхас, а неделю до этого было Параша Шавуа с Балаком. А в Иерусалиме парад гордости. Можно говорить и об этом. Мы можем продолжать говорить о нашей номинальности. Что очень много верующих верят механически. И нам действительно нужно просить Бога то, что написано в Писаниях страха Господня. Вы знаете, я говорил это 2 недели назад, и я верю, что я хочу продолжить об этом говорить. И что у нас, наше призвание убегать от механической веры. И Ишуа дал очень простые рецепты, написанные в Новом Завете, там есть много таких рецептов. И многие пророки в Танахе использовали те же самые рецепты. Ишуа натан мила, он мар, лех лехедереха. Сказал такие слова: зайди в свою комнату, закройся и ищи Бога в одиночку. В Псалтире написано: взыщите Бога, размышляйте и достигайте Его. נביא הבקוק אמר, אני עולה למגדל לחפש מה אלוהים תגיד בתוכי.
Пророк Аввакух говорит, я поднимаюсь на башню, чтобы искать, что именно ожидает от меня Бог. Акета ликабель, это эмуна ло механит. Вот эта мысль, получить веру, это не механическая вещь. Ликабель машу хай, яхаз им элухим. Это означает получить что-то живое вместе с Богом. Цират лимцоа яхаз ищитито. Это можно только путем построить личных отношений с Богом. Я хочу пожелать всем общине, подумайте об этом. Не просто читайте механические священные писания. Не просто бросайте молитву перед тем, как вы садитесь кушать. Но когда вы можете закрыть свои глаза и начать прославлять Бога внутри вашего сердца. И иногда остановиться. И впечатлиться от того, что вы получаете. Иногда вы можете подумать, что в этот момент, когда вы молитесь, только ваши мысли через ваши мозги проходят. Возможно. Но когда вы раз за разом обращаетесь к Богу и представляете себе, к кому вы обращаетесь, к образу Мессии, который сидит на троне, вы потихоньку научитесь, как получать от Него слова, получать страх Божий и идти с живой верой. Чем-то живым, настоящим. Я хочу попросить сейчас. Рами будет играть песню, которую мы все знаем. В Исайи 6 написано. В год смерти царя Осии я видел Бога, который сидел на троне. И видел перед ним Серафима и ангела. Написано об этом в книге пророка Исаии. И помните, они пели «Кадош, Кадош, Кадош».